Всем привет, с вами команда Car Today. Сегодня мы хотим с вами поговорить о очень интересном девайсе, который позволит вам в ночное время контролировать рыбу при вываживании. И это вот такой вот красивый и интересный оранжевый поплавок от компании Solar. Итак, что он из себя представляет и как он работает? Сейчас пошел такой тренд, что многие начали ловить повсеместно на цветные лески. Лично мы считаем, что на цветные лески резонно ловить только в ночное время суток. Почему днем мы не рекомендуем использовать вам цветные лески? Если вы используете тактику ловли за пятном, то вы наверняка столкнетесь с такой ситуацией, что ваши цветные лески будут проходить через кормовое пятно. Но тут вы можете мне возразить и сказать, ну я же использую шок-лидер, и он камуфляжный, и он карпа не настораживает. Отчасти это так, но это если вы ловите от пятна где-то 5-7 метров. А если вы будете ловить дальше, чем 7 метров, то ваши цветные лески будут проходить над кормовым пятном. И это может настораживать рыбу, когда она будет подходить к пятну с разных сторон. Наши рекомендации по ловле цветными лесками такие. Если у вас есть запасные шпули, то днем вы ставите прозрачные невидимые лески, а на запасных шпулях у вас намотаны цветные лески. И на ночь вы их меняете и успешно ловите рыбу. Если у вас запасных шпуль нет, то мы рекомендуем все-таки наматывать прозрачные или камуфляжные лески, а уже ночью использовать вот такой девайс. Работа его очень простая. У него снизу здесь есть такой специальный грузик, нажав на который, открывается специальный механизм для того, чтобы вы могли одеть его на леску. Вот у нас натянута леска. Мы берем и достаточно быстро одеваем поплавок на нее. Что происходит дальше? Этот поплавок у вас будет скользить по леске до того момента, как только леска будет входить в воду. Именно в этом месте он будет все время находиться. Его отлично видно на расстоянии 3-5 метров. А если вы еще подсветите фонарем, так эта дистанция может даже увеличиться. Этот поплавок вы одеваете уже после того, как вы забросили вашу оснастку. И когда у вас еще поклевка не происходит, поплавок ударился о поверхность воды, и вы можете всегда посмотреть направление вашего заброса. Ну а когда случился этот приятный звук сигнализатора и у вас произошла поклевка, рыба, соответственно, может уходить в различную сторону. И этот поплавок будет все время перемещаться по поверхности воды, и вы всегда сможете контролировать, в какую сторону ваша рыба начала движение, и как-то удилищем постараться его развернуть. Там есть, например, у вас коряги или кусты, еще что-то. Вы без проблем сможете контролировать вываживание. Чем ближе поплавок будет приближаться к вам, тем ближе будет рыба. И вы всегда сможете понимать, когда же ее нужно подсачивать. Также этот поплавок никак не влияет на процесс вываживания и на процесс подсачивания. Никаких хлопот и проблем он вам не доставит. Также его легко снимать с лески, он достаточно прочный и долговечный. Такую штучку вы можете купить в магазине carpshop.ru. А с вами была команда Carp Today. Подписывайтесь на наш канал. Всем привет!